Staffordshire, no? Oh, will we? Это называется Big District из-за вот этих холмов. Mm. Yeah, I think it's about 57 miles from. In half a mile, Ted. Сегодня 15 мая 2022 года мы прибыли в Илан Парк. А, это Дербишир, это соседнее графство с нами. Очень красивая природа здесь. Это Пик Дистрикт. Он так назван, потому что здесь холмы. И, как я заметила, здесь очень мало домов. Нет ни поселков, ни городов, но сюда приезжают много туристов. И в этой местности здесь красивый парк, такой красивый дом, особняк. И мы еще сегодня сходим в маленькую деревню, которая сделана в швейцарском стиле. Там несколько домиков, очень красиво. Мы по пути сюда их увидели, мы туда еще сходим. Наверное, маленькая Швейцария. Как всегда, кафе с кофе и пирожными. Красивый особняк, горы. Это не горы, это холмы. Уже от нас в часе езды рядом. В этой местности даже туалеты напоминают как швейцарский стиль. Но это по моему впечатлению. Я в Швейцарии никогда не была. Ну, в фильмах видела и такое впечатление, что действительно как в Швейцарии. Зашли в кафе, здесь только кофе и мороженое, пирожных нет. Мороженое английское, традиционное. Это Тирун, кафе, чай и пирожные. Walk, just have a look. Да, очень красиво. Ого, так тут речка. Здорово. Красивое место. К сожалению, никто здесь не живет, только туристы.
stay at home. Yeah, I don't know what the family look really leave it. I think yeah. I mean, it looks to me like a Tudor, maybe even. Здесь такая местность ненаселенная. Вот. Хочу узнать, что это за здание. Это выглядит как особняк, но с другой стороны даже непонятно. С одной стороны горы, церковь, этот красивый особняк. С другой стороны красивый лес и речка внизу. Это швейцарская деревня, так называется. Само название я не знаю, как, но, как мне Ричард сказал, это Swiss Village. Такая маленькая деревня. С этой стороны поле, и за полем речка.
там, где в центре поселка, часто вот такие памятники. Я предполагаю, недвижимость здесь очень дорогая. В такой местности хорошо фильмы снимать. Вот так вот. Выглядит здорово. Та-та-та-та-та-та-та.